В Беларуси на реализацию молодежной политики до 2025-го направят больше 15 миллионов рублей. Об этом заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко. Он подчеркнул, что в нашей стране создана эффективная законодательная база, которая регулирует вопросы государственной молодежной политики. Надежда Ермакова назначена председателем правления Белгазпромбанка. Соответствующее решение принял совет директоров. Также введена в штатное расписание должность первого заместителя председателя правления. Ее заняла Ирина Потапова. В республике за сутки зафиксировано 207 гололедных и холодовых травм. Об этом сообщили в Минздраве. Всего в стране с 1 по 17 января пострадали 2442 человека. Больше всего таких травм зарегистрировано в Могилевской области – 548. В больнице госпитализированы 67 жителей. Оранжевый уровень опасности объявлен на понедельник из-за морозов. Ожидается переменная облачность. Местами пройдет небольшой снег. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха ночью 19 января будет до минус 20. Днем столбик термометра покажет 15 ниже нуля. Арина Соболенко поднялась на 7-е место в рейтинге WTA. За все время выступлений это пока ее лучшая позиция в женской теннисной ассоциации. Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко сейчас занимает 13-ю строчку. Александр Соснович находится на 90-й позиции.